Душевное общение, новые знания и обмен опытом. Активисты территориального общественного самоуправления «Менделеевский» приехали в гости к мостовчанам. В ТОСе «Мостовая слобода» для гостей провели мастер-класс по изготовлению пряников. На встрече неравнодушные ульяновцы поделились опытом и приятно провели время. Сегодня, можно сказать, объединение двух ТОСов. То, что вот собрались они вместе, они будут все вместе. Ну, хватит уже этих совещаний, рассказывают. Надо уже просто нормально человечески общаться. А кто такие ТОСы? Это же обычные люди. И нам что в настоящее время вот, в условиях пандемии? Не хватает общения. ТОС «Менделеевский» организован на верхней террасе. В это самоуправление входит 900 человек. Все они на встречу не приехали. В клубе «Мостовой слободы» собрались самые увлеченные общественники. В наш ТОС входят улица Менделеева, дома, начиная от 6-го, кончая 18-м. Вот. Много написано проектов. Рядом у нас примыкает сквер Менделеевский, и мы написали уже много проектов и на президентский грант, и на местные, для того, чтобы его благоустроить, как спортивный, так и благоустройство. Но пока еще, к сожалению, не выиграли, но мы надеемся и продолжаем писать. Пока кудесницы из пекарни «Мостовой слободы» делились с коллегами кулинарными секретами, другие мостовчане занимались волонтерской деятельностью. Жителями поселка Мостовая были закуплены маски в количестве 1500 штук, вот, для всех пенсионеров и жителей поселка Мостовая, кто нуждается в этом. Вот. Также как бы готовы оказывать и дальнейшую помощь. Напомним, общественники территориальных сообществ регулярно помогают населению. С начала пандемии они снабжают пенсионеров продуктами и медикаментами. 2 года назад эта практика была новшеством, но сейчас волонтерство стало доброй традицией. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.